черный лист, как всегда, приветствует своих болельщиков, а также сочувствующих, примкнувших и просто любопытствующих. Мне с ним достаточно, как бы это сформулировать, точнее, лирическое настроение. И посему в подтверждение того, что я – это я, потому как лирическое настроение мне не свойственно, мы начнем с того, что подтвердим, что я – это я, мы – это мы. Я остаюсь! Я знаю, что ты знаешь.
Андрей, дай меня в монитор, слышу себя. Спасибо. Гитару я выиграл. Следующая песенка. Монитор. И последний бас из мониторов. Итак, следующая песенка. Это новая версия нашей достаточно уже по теперешним временам старой песни, которая называется «Дом желтого сна». Спасибо.
Спасибо. Следующая песня, она даже, в общем-то, не песня, она даже скорее, хоть и песня, но песня без слов. Мы так и не придумали, как она будет называться. Она будет седьмой по счету, поэтому она так и будет называться. Седьмая песня, а в скобках без слов. We'll be right back.
Спасибо. Следующая песенка. Это в некотором роде в достаточной мере веселая. И многим она хорошо знакома не только по названию, но и по жизни. Ну, рано как и мне, скажем так. Она называется «Дорога в никуда». Thank you.
Песня, которую мы хотим вам сыграть, тоже многим из вас хорошо известна. Она называется «Ави». Слезы.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Следующая песенка. Для того, чтобы, ну, скорее всего, для того, чтобы так немножко развеять, спасибо, развеять легкую грусть, наверное, всей песни. Следующая песенка посвящается нашему фэн-клубу. Ура, ребята! Она называется «The Lonely Man Song». Кстати, вот это очень даже правильно. За всех, у кого есть. За всех, у кого есть. Так, ну коль скоро. По поручению и по пожеланиям. Итак, сейчас... Окей, окей. Окей. Итак, следующая песенка. Следующая песенка. Но я ее не буду объявлять, просто-напросто, я думаю, что вы все подпоете. А один человек из зала, вполне возможно, и подыграет. Не сей.
Thank you.
Все вылезут на сцену, мы будем сидеть в зале. Давайте так. Давайте так, можно так, пожалуйста. Это не принципиально. Хорошо, давайте отдохнем немножко от концептуальных песен. Следующая песня, ну, про любовь, конечно. Конечно, про любовь. Естественно, здесь где-то сидит моя... Где-то моя там сидит. Где? Покажите, пожалуйста, вот светом можно показать там. Где она сидит? Эй, ты здесь? Там сидит, да? Ну хорошо. Тогда слушай все, что я тебе думаю. Ты можешь не любить меня, ты можешь даже бить меня, ты можешь на меня орать. Ты можешь ненавидеть меня и упорно видеть меня, можешь ты презирать. Ты можешь не найти меня,
поняла. Мы будем жить так весело, и ты, конечно, доживешь, да? Следующая песня, которую мы хотим сыграть, называется очень просто, опять же, но мы все, по сути, являемся тем, про что она есть. Она называется «Игрок». Oh!
Хотелось бы сыграть еще одну песенку, которая тоже достаточно четко характеризует нынешний сегодняшний создавшийся момент. День прошел. Одну секунду, Володя! 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 Только в одном случае, если он будет подпевать, то только в этом случае. Да? 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 Володя, давай! Yeah.
Спасибо. Мы вас любим. Thank you.
Я
спасибо, мы любим вас, мы прощаемся. Вот, все.